Вы сейчас пишете, насколько я знаю? Подписываю. Это в стол или... Нет, я очень благодарен Андрею Колесникову, который руководит «Русским пионером», который меня как-то выдергивает в писательство и заставляет, стимулирует, так как бы заказывает тексты для «Русского пионера», и я пишу. Ну вот, и иногда пишу в стол, да, иногда пишу что-то в стол.